позвольте мне зачитать приветственный адрес главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Я приветствую председателя группы стратегического ведения «Россия. Исламский мир», президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, также главу Республики Дагестан Владимира Васильева и всех участников заседания. Сегодня мы становимся свидетелями бурных процессов, которые стирают с карты мира целое государство. Меняются политические системы государств, видоизменяются военные и экономические блоки и союзы разных стран. Во всех этих процессах во главу угла поставлен экономический интерес различных государств. Россия – великая страна, ее территория, ее богатые природные ресурсы всегда были предметом интереса наших недругов. Они понимают, что Россия богата не только природными ресурсами, но и своей славной историей, своим сильным народом. Сегодняшнее молодое поколение – это завтрашняя Россия. Именно им нести знамя нашей страны в это сложное время. И мы увидим, что серьезные силы брошены на завладение умами нашей молодежи. Наша с вами главная задача – не допустить этого. После распада Советского Союза спецслужбами разных государств Чеченскую Республику под видом заботы об исламе была принесена чуждая нам идеология – ваххабизма. Зерна этого псевдоислама были посеяны в голову самой неопытной, незрелой части населения. Было упущено время, и эти зерна дали всходы. Кончилось это тем, что в Чечне прошли две ожесточенные военные кампании. Первым знамя борьбы с этой идеологией и международным терроризмом поднял первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, Далгазов Побогдарсин. Его призыв поддержал президент России Владимир Путин. Им поверил чеченский народ. Мы выстояли и победили в этой борьбе. Сегодня Чеченская Республика – один из самых динамично развивающихся регионов России. Мы строим мирную жизнь, развиваем образование, культуру, спорт. Туристы со всех концов света приезжают к нам в гости. Мы любим свою республику, мы любим великую Россию. И эта любовь является стержнем той работы, которую мы называем духовно-нравственным воспитанием молодежи. Мы учим молодежь любить свои традиции и культуру, учим понимать и уважать культуру и традиции других народов. Я уверен, что в будущем эти старания принесут еще больше плодов, укрепят единство народа в России и защитят нас от трагедий и политических катастроф. Желаю всем участникам форума плодотворной работы. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров.